Да, я не побоюсь сейчас этого слова, потому что за плечами уже дорога школы, за плечами летнее волнение, а впереди жизнь в этих замечательных, великолепных коридорах, учебных заведениях, в общежитиях, вот этой большой многочисленной семьей. Я вам сейчас посоветую посмотреть на своего соседа справа, теперь посмотреть на соседа слева, что все на меня -то смотрите, вы смотрите на соседей, вам с ними жить. Теперь поднимите вверху повыше правую руку. Ну, смелее, смелее, смелее. Не опуская правой. Камчатка, что вы там так, это робко так, да? А теперь не опуская правой, поднимите левую руку. Правую руку положите на своего соседа справа. Левую руку положите на своего соседа слева. Вот человек, я понимаю, что на грудь лучше, но лучше на плечи. Оно нам удобнее. Ну, котик, вот это вы, блядь, правую справа, левую слева. А так делают не в военмехе. Теперь качните чуть-чуть вправо, качните чуть-чуть влево. Вот. И пока вы за моей рукой делаете, я вам расскажу маленький секрет. Право, влево. Дело все в том, что военмех имеет очень хороший лозунг. Военмех, он лучше всех. Поэтому, когда здесь на сцене будет звучать слово военмех, независимо от того, кто это будет говорить, вы должны сказать одну единственную фразу – «лучше всех». Поэтому я от всей души хочу вас с вашими аплодисментами поздравить, что вы стали студентами военмеха! Ау! Проснитесь! Несмотря на то, кто бы здесь что бы ни говорил, но после слова «военмех» вы должны сказать «лучше всех». А вы аплодируете. Девушка, молодец. Ну, одна. Поэтому я с большим удовольствием поздравляю всех тех, кто стал сегодня студентом военмеха! Ура!